ребята, всем привет! Начинается новая серия интересных роликов про техническое обслуживание, про технину, короче, по-русски говоря. Вот, в этих роликах мы начинаем ломать 150-й Prado, последний рестайл. Дизель 2.8 ГД, пробег 53 тысячи. Сейчас мы находимся в Японии, прямо здесь начинаем тюнинговать этого прадика. Катаемся здесь. Дальше смотрим, следим за всеми интересностями, переделками. Думаю, будет интересно. Машина не портится, как говорится, а только дорожает, потому что весь тюнинг японский, все ставится новое абсолютно. Посмотрим, что из этого получится. Кто не подписался, подписывайтесь. Тыкайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Выпуски будут выходить, я думаю, что очень часто. Теперь короткие, но часто. Будем показывать, как тюнингуем, что происходит, какие недочеты и куда будем кататься. Вот, выезды тоже будут в эту серию включены. Будем тестировать Prado пока по японским дорогам или вне дорог. Посмотрим. Вот, дальше будет видно, скорее всего, ну, больше вероятности, что он поедет с нами в Россию, и будем там покорять бездорожье Дальнего Востока. Ну вот, начинаем тюнинг Прадика. Сильно подымачить не буду на этом подъемнике. Непонятно, но вроде надежный. Я первый раз им пользуюсь. Сказали, что работает, но у них может работать, а может отвалиться, как говорится. Ну вот, все такое какое-то. BMW, в общем. BMW ненадежно. Сейчас потихонечку открутим колесики. Снимем. Сначала заднюю подвесочку перекинем, потом перейдем на перед. Да, кстати, не смог найти в магазинах и на Яху, как забить по-японски. Стяжка пружин. Я взял два ремня безопасности, срезал. Ну, естественно, не с прадиком. Тут много есть чего срезать. Я уже показывал. Вот, и вот таким образом стянул. Осталось только сюда одеть чашку, наживить, это все убрать и затянуть. Чашки, естественно, мы отсюда перекидываем. Стойки останутся без чашек. Кому нужна подвеска, 53 тысячи пробега, колеса Мишлен на Prado. В дисках оригинальных с комплектом гаечек. Welcome. Уже в наличии в России, когда будет, можно будет забрать, как говорится, очень дорого. И вся подвеска в круг. Оригинально, естественно. Да, прикольно, что здесь есть пневмоинструмент, как минимум какой-то. Сейчас колесики быстро скинем. Кстати, хотел показать компрессор. Задний двор, грязненько. Вот такой вот компрессор Banzai. Достаточно тихий. Сейчас он набьется и будем раскручивать все. Наши погрузчики стоят. Сегодня научился на них ездить наконец-то. Есть мойка, если найдем ебеня, чтобы потом помыть. Ну и вообще в целом чистенькую машину отправить. Что, первая сторона у нас разобрана, все открутилось, все в идеальном состоянии, все резиночки как новые, все болты отдал на всех сайлентблоках, чтобы разгрузить подвеску. У нас тут
колодочки новые, все new. Так, примеряем, смотрим. Задние пружины, левая, правая. Не отличаются по толщине витка, по расположению. А вот на передних есть маркировка левая, правая. Ну, это из-за водителя. Ну, вот, это оригинальная пружина справа, слева джаус. Наш амортизатор снятый. Ну что, пружинка на месте, вспотелась немножко. Кстати, вот здесь идут, сейчас фокус делаю. Короче, вот здесь идут АБС-шланчики. Вот такую вот проставочку сюда сделал. Значит, все видно будет, вот она. Да, кстати, кто знает, что это за датчик здесь стоит между верхним рычагом и рамой. От него идут проводочки, какой-то датчик высоты. Но регулировки подвески никакой нету, потому что на пружинах машина, не знаю, что такое. Надо будет загуглить. Кто знает, напишите в комментах. Ну что, господа, закончил я установку задней подвески. Не снимал практически, ну так, там чуть кусочки. Вот перед этим вы сейчас вырезки увидите, вернее, после этого кадра. Поставил джаус 2 дюйма. Ну вот, поскольку мой оператор дрыхнет, медведь в берлоге. Время уже... Сколько у нас там время? Время уже без 15:10. Танюша все дрыхнет. Ну да ладно, пускай спит, отдыхает. Это я в 5 утра встаю. Вот наша подвесочка штатная. Две пружинки, два амортизатора. Вот, установлено у нас... Напомню, подвеска Jaws, Battles 2 дюйма заявлено. Амортики у нас с регулировкой жесткости. Пока на 13 поставил, почти на максимально, не знаю, посмотрим. Как жесткость будет. Всегда можно подрегулировать из непонятного. Вот этот датчик непонятный стоит на одной тяге верхней моста. Вот, там стоит контакт. Что куда идет, непонятно. Вот, скажете, да, линьки нахрена оставил, машину поднял. Линьки уберутся вместе со стабилизатором. Пока оставил, пока он работает. Есть у него на максимальном пределе. Вот, поставил вот сюда проставочку под шнуры АБС, под провода, чтобы не поотрывало, а в натяг были. Со второй стороны у нас идут тормозные шланчики. Под них тоже сделал я, вот здесь не видно. Фокусируется, нет? Вот здесь проставочку и чуть подогнул, и они в расслабленном состоянии, даже без амортизаторов, на полном вылете пружины. Вот, сейчас все болты расслаблены на всех сайлентблоках. На колеса машину поставлю, в принципе, потом все обтяну уже на земле. Из того, что хотелось бы еще сделать, не знаю, нужно или нет, на Яху видел проставочки под амортизаторы вот сюда, как подковки U-образные, прикручиваются, и кожухи из нержавейки вот сюда, вот эти наши регулируемые вентили закроют хотя бы немного от небольших веток, потому что пластик зимой, особенно маленькой веточки, мне кажется, хватит разбить это все, оторвать. Напишите свои комментарии, нужно ли еще дополнительно под амортизатор проставки, потому что вот этот Jaws амортизатор длиннее там буквально на 2-2,5, где-то максимум на 2 сантиметра длиннее оригинального. Вот пружина позволяет еще хода 4-5 сантиметров, то есть мост вывешивается, но амортизатор ее сейчас держит, ну, чтобы не вываливалась пружина. Без всяких проставок, без ничего. Сейчас поставим на колеса машину, посмотрим, насколько поднялся зад. Я не делал никакие замеры, я и так знаю, что будет 2 дюйма в любом случае. Вот, выше не надо, но хода можно добавить подвеске. Напишите ваше экспертное мнение, вы же эксперты все. Нужно ли это или нет? Да, кстати, в жаре работать тоже так себе занятие, хоть я здесь в теньке под навесом.
Но на улице что днем, что ночью, днем вообще где-то под 30-30 с чем-то, ну, а ночью 26-28, постоянная температура, прохлады практически нету. Вот спасают кондиционеры, но здесь рабочее помещение, нет кондиционера. Вот так вот и работаем в таких тяжелых условиях, кстати. Вот. Ладно, кто еще не подписался, подписывайтесь. Все серии дальше будут про Прадо, как мы ездим, как мы его строим, ломаем, что мы с ним делаем. Сейчас мы будем немножко по Японии покатаемся, потом поедем в Россию, будем покорять просторы нашего Дальнего Востока. Ну, возможно, по России покатаемся, не знаю. Уже там от времени. Здесь есть время кататься. В России нужно будет работать, что-то делать. Есть куча дел, которые нужно закрыть, потому что мы практически уже больше 2 месяцев. А, нет, ровно 2 месяца мы уже в Японии. Вчера было, как мы вылетели из России. Ну, в принципе, да, ровно 2 месяца мы в Японии. Вот, у нас визы остались еще на месяц. Возможно, мы раньше уедем. Есть дела. Вот, посмотрим, может быть, до самого конца здесь будем. Вот, обратный перелет тоже, видимо, через полмира придется делать. Но обещают, что в Корее вот-вот возобновят сообщение с Кореей и Владивосток. Здесь можно в Корею и потом во Владик. Вот, но это не точно. Пока точной информации нет, билетов тоже. Вот, так что подписывайтесь, ставьте лайки, следите и пишите обязательно комментарии. Ослабил все сайлентблоки, открутил защиту, рулевую тягу и стабилизатор, чтобы вынуть стойку. Разобрал стоечку на скоряк. Вот старая пружина, вот новая. Длиннее, должна быть чуть толще. Стойка та же самая, по длине одинаково. Для очевидности. Длина 1:1. Ну, жесткость регулируется. Надеюсь, будет классно. Сейчас будем собирать первую стоечку и ставить. Стоечка собрана. Сейчас мы ее поставим и перейдем на вторую сторону. Потом опустим на колесики и все сайлентблоки, все рычаги протянем, и будет ок. Весочка стала как родная, без переделок. Шаровые я не стал ставить, как я понял, что они под лифт 3 дюйма, по 2 дюйма, не надо их втыкать сюда. Вот, оставим их на прозапас, может, в России кому пригодятся, или еще выше будем делать машину, не знаю, пока так оставляем. Получилось прикольно, мне кажется. В очереди колес. Завтра будем заказывать соски, потому что старые были резиновые. Будем металл ставить. Потом их забортируем до конца. И будем уже на машину втыкать. Резать все, что лишнее. Откручивать брезговички. Подрезать вот здесь под брезговиком кусочек рамы, опору кузова. Стандартная процедура. Ну, так получилось прикольно, мне кажется.
чувак на гелике приехал просто порыбачить. Удочки закидывает. Нормальный такой, 55-й в тюнинге. Компрессор. А почему бы и нет? Две приставки. Ну а спереди тоже две, только одна поменьше. А нет, спереди одна. Капец. Адский тюнинг. Что за абориген сидит? А? Понедельник. Обедаем. Что еще делать? Большой.